Заметки из Риги. Мне сегодня пришла такая мысль, что человек, оказывается, такое животное, животное приспособленец. Потому что мы приехали, не могли спать на узкой 140-й кровати. Научились. И нормально. Уже никакого дискомфорта. Второй момент, то, что мне было жутко холодно здесь, в Риге, после солнечной Испании, после Хорватии, Черногории, в которой тоже была жара. Мне здесь было жутко-жутко холодно. А сейчас я смотрю, я дома уже не надеваю 5 пар носок, я хожу во вьетнамках с одним пальчиком, ну то есть на голую ногу. И мне не холодно, и мне не нужно уже надевать шарф, там, свитер, 5 слоев свитеров и все такое прочее. Мне тоже нормально. Это так удивительно. Понятно, что к каким-то моментам, ну, то, что мы живем там, условно, в квартире с бабушкиным ремонтом, даже с отсутствием бабушкиного ремонта, тоже я сначала пришла, я была в шоке. И первую неделю я только делала, что все пыталась отдраить. Вот. А сейчас я уже смотрю и понимаю, что не так-то оно все и плохо. Хотя головой я понимаю, что оно все просто ужасно, но по факту человек привыкает, и ты уже свыкаешься и с этим. И с другим. И вот, в общем, удивительное свойство человеческой психики, конечно. Мы приехали в Юрмалу при свете дня. Тут так интересно. Здесь дома, я надеюсь, меня слышно, чтобы не пришлось перезаписывать. Здесь дома, они сделаны наподобие, как в Америке. У тебя идут длинные-длинные улицы, с двух сторон дома. Единственное, расстояние дороги поуже, чем в Штатах. Ну, по крайней мере, то, что я видела в Штатах. Вот. И очень красивые разные-разные дома в хорошем состоянии. Прям даже не дома, а виллы. А еще сейчас мы на пляже. И тут парни катаются! Блин, на самом деле ветрище ад. Но ветер хороший, ровный, вроде бы не рваный. Вон чувак мочит. Пляж такой шикарный. Прям вот для кайтинга на самом деле самая тема. Только жутко холодно. Вот как его нормально так дует ровненько. Вон еще и серфер появился, виндсерфер. Нормально тут народ вкатывает. Все, правда, упакованные адски, как на Камчате. Человек-птица. Нормально. Блин, хорошо прям как дует туда. Вкусно. В общем, мы сбежали с пляжа, потому что там адски дует. Мы сбежали в лес, и даже в лесу дует. И мы поэтому спустились в, как сказать, во враг. И теперь гуляем тут. Это вообще просто за дюнами. За дюнами. Лес за дюнами. А, вот все. Вот сзади меня. Это не холм, это дюна. Вот. В общем, мы здесь гуляем, кайфуем. Солнышко и не дует. Вот это вот класс. Вот это я люблю. Ноябрь месяц. В лесу сухо. Отлично. Еще 5 шапок и солнечные очки. И будет вообще идеально. Хэллоуин есть. Мы наконец-то за 3 недели добрались до магазина, чтобы купить крышку для туалета. Они разве не вон там были? Здесь? В общем, это что-то. Потому что это не так просто. Нужно сначала померить туалет, потому что не все крышки одинаково полезны и подходят. Это прикольно раковина. Да. Это не наши прекрасные туалетные крышки. Йо-хо-хо. Home bathroom. Вот, вот
Я знаю, кому нужна вот эта крышка. Весь ужас ситуации в том, что крышки нужной нам нету. Есть витринный образец, но его нельзя забрать, потому что там не хватает крепежей. Поэтому мы, походу, выходим на четвертую неделю без крышки для туалета. Пара-пара-пам. Так, и чё? Тут откручивать надо, прикручивать. Запчасти для крана. Лего для взрослого Николая. Я... Смеситель за 15 евро. 1000 рублей, все удовольствие. Трамп, ты плохо везешь. Давай вперед вези. Я думаю, что не он первый, как спалил эти календари. Вот так вот можем иметь в виду, что снизу не брать в торговый центр. Да, да, да. Куда пускают с собаками. Ну, Трамп, смотри, наша касса. Давай, вперед, вперед. Пришли из магаза и накупили много всякой всячины. Во-первых, мы все-таки купили кран, наконец-то. Никого поменяет, и больше у нас не будет брызгающийся кран на кухне. Купили тапочки, причем это так удивительно. Тапочки, ну, из какого-то искусственного материала, но в такой коробке серьезной. Сейчас мы их откроем. И стоили они 5,5 или 6 евро, что-то типа того. Хотя во всех других магазинах тапочки худшего качества стоили по десятке. Открой, пожалуйста. Так, что мы еще купили? В том же магазине мы купили шоколадку за 3 евро. Так. Почему дорогое? Ну, как больше половины... Короче, дороже, чем один тапочек. Что, 2,5? Сколько? Два тапочка стоят 505,90. Так. Шоколадка 3,30. Шоколадка стоит 3,30. Как пол тапочков. Купили ёршик. Ура, во второй туалет. Теперь будет во втором туалете ёршик. Так. Я себе купила, у меня не было в моих грузинских ботинках стелек. Но и я перекладывала стельки из кроссовок в грузинские ботинки. Теперь я себе купила стельки, тоже что-то типа там за 2 с чем-то евро. Коробку от тапочек взял? Конечно, отдай мне. Вот, и я думаю, что это самая большая часть чека. Ник купил кракен, говорит, ну Хэллоуин же, поэтому нужно какой-то адский напиток. Вот сегодня будет пить кракена. Так, ну и что тапочки? Нет, кстати, неплохие тапочки. Нормальные тапочки взяли 44-45. Сейчас я померю. Ну, хотя они, мне кажется, Нику будут маловаты. Не, так нормальные тапочки. Ну, тут, правда, от коробки запчасти. Ну, 44-45, как бы у меня размер 40. Не катится она под 44, под 45. А помери второй тапочек, пожалуйста. Ник, помери второй тапочек, как тебе будет? Мне кажется, они сильно маломерят. Ну да, только-только. Ну да, прям впритык. Не, ну нормально на босу ногу так будет. Ну, в принципе, ну, нам двоим. Не, нормально так. Да, приятные такие. Главное, чтобы кракен не съел. Да, потому что предыдущие тапочки сожрал собакин. И вот так. Сожрал собакин, и он вот, мало того, что их уничтожил, так он еще выжрал оттуда стельку. Он просто ее выгрыз. Ну, соответственно, эти тапочки надо будет ныкать. Так, дай. Вот у тебя есть тапочки, которые ты уничтожаешь? Уничтожай их дальше. А мы будем курить сигару и пить кракен. А я буду есть шоколадку и пить чай. Ну как кракен на вкус, на запах? Ну, интересно. Да? Дай понюхать. Первый пахнет рижским бальзамом, если честно. Да? Может быть, они под шумок налили туда бальзам? Слушай, а мне кажется, что он пахнет ром с колой, смесью сразу. Да, что такое есть. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Ну, ладно, 20... Вернее, Ник будет пробовать, а я буду ставить ему вердикт. 20-евровый ром. Ром за 20 евро. Чё? Непривычненько.
Ну, непривычно невкусно или непривычно вкусно? Непривычно пахнет спиртом. О, блин, да, сивуха сивухой. Мне кажется, надо было брать обычный. Надо было брать обычный. А обычный сколько стоит? Так же. А вот капитан этот можно брать. Ну да, вот так вот. Повелись на маркетинг и красивую этикетку. Я думаю, не отравишься. Ну, не по вкусу, как рижский бальзам. Это вообще рижский. Рижский кракен? Сексуальное домашнее игрище. Сантехник. Его помощник Трамп. Или вредитель Трамп. Пока неизвестно. В общем, не удалась наша суперзадумка с заменой крана, потому что у крана, который мы купили, не хватает буквально 3 сантиметров на шлангах, чтобы дотянуть и подключить. И мы нашли тут дома удлинитель, ну, железный вот этот вот гибкий шланг для воды. Ник его прикрутил, но проблема в том, что у этого удлинителя не было прокладок. Достали эти прокладки из старого, от старого этого самого смесителя. Вот. Но фишка в том, что прикрутили все из прокладок, не течет, даже несмотря на то, что они старые уже, блин, там плохо себя чувствуют. Но проблема в том, что этот удлинитель течет сам по себе. И Ник пытался его вот этим вот строительной специальной изолентой, которая в том числе для воды подходит, замотать, но это не подходит, он прям сильно течет и ничего не получилось. Поэтому завтра пойду еще раз в магазин Депо за шлангом, за коротеньким. Вот, чтобы просто его вкрутить туда вместо этого стрёмного убитого удлинителя, и чтобы все заработало. Вот, так что пока мы без воды на кухне, слава богу, что здесь 2 стояка, и это нас спасает, мы можем помыться и сходить в туалет в другой ванной.